Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш, мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Висконсин. У нас уже... Сколько у нас? 79%, офигеть. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. 79%, вот это жесть. Продолжаем вести наш металл. Нужно его дотарабанить, и все будет классно. Наверное. Не знаю. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Блин, бревна еще нужно будет. Не знаю, бревна сейчас будем возить или... в следующей серии, потому что что-то честно, я в этой серии как-то не горю желанием вести эти длинные бревна, если честно. Нам еще дрова придется по всей карте собирать для тех основных миссий. Там, думаю, тоже придется, наверное, кататься на Анке. На нем заниматься этим делом. Хотя вот там вот рядом дрова, я думаю, идеально было бы как раз на Анке забрать. Кстати, а мы же можем, чтобы все дрова не собирать, мы можем трое дров взять на соседней карте. Ой, трое, шестеро, по-моему, даже. На соседней карте мы же туда привозили их. На Анке сгонять с прицепом, и все, будет плюс 6. И потом еще дома поразбирать, которые тут возле гаража. У них доступность такая нормальная. То есть туда несложно подъехать, там нигде не завалишься. То есть вообще отлично. Туда тоже можно будет на шестерке съездить и сразу там дома штучки 3 разобрать. И на пляж спуститься. Там 2 еще дома есть. Короче, везде вот так вот почуть-почуть и можно нормально разбирать хаты. Так, а что по этой ходке у нас выходит? Если мы 2 отвезли, сейчас везем 4. А, я что-то снова в голову мне вбилось, что нужно 10, нужно 12. То есть мы еще раз сгоняем такой же дружной повозкой. То есть получится у нас еще плюс 4, останется еще 2. Короче, нужно будет на чем-то одном сгонять, чтобы сэкономить время. Думаю, можно будет на Анке с прицепом и все. Ну, типа, чтобы его не цеплять. И как бы норм будет. Сейчас по факту разгрузимся. И поедем сразу обратно. Даже заправляться не буду. Я думаю, что все будет отлично. Вон дрова видно отсюда. Или что это такое? Что-то там есть. Что-то вообще за место такое. Или то солома, или... Что это? А, я понял. Понятно. Дрова. Ну, не те, которые можно забрать. Потому что дома там уже нет. Но, кстати, было бы хорошо, если бы тебе можно было забирать. А то издалека прям выглядит так, будто это то, что нам нужно. Такой уж начинаешь задумываться. Такс, давай выгружаться. Разгрузить. Не понял. X2 сейчас написала или сколько?
А, нет, все нормально. Так, сколько у нас? 6. То есть нужно еще 6. И все. И все, и все, и все, и все. Очень хорошо. Так. Давайте разворачиваться. Ух ты, смотрите, прям ящик ступенькой сделан. Удобно. Поехали. Поехали. Снова то же самое. Еще одна поездочка. Дофига нужно возить, но хотя бы это все легко и по хорошим дорогам. В этом уже плюс. Плюс топлива хватает. На Анке там сколько? 120 литров, учитывая, что мы сюда вернулись. И 120. Мы еще туда заезжали, на железную дорогу, то туда и обратно на нем точно хватит проехать. Потом просто заедем в гараж, заправимся в гараже, и можно будет еще раз мотнуть. Или с прицепом, или же на двух так грузовиках, или, короче, не знаю, придумаем. Зато Western Star будет свободен. Хотя, может, на нем еще нужно будет дрова какие-то потаскать потом. Это попозже узнаем. Сюда нужно было прямо сейчас ставить коробку, кстати, шоссейную. И летать здесь просто по этой карте. И шоссейку ставить и на Анка, и на этот грузовик. Вот тогда бы они точно, наверное, летели. Можешь сейчас покататься наоборот, дома поразбирать. А кирпичи потом... Как думаете? Дома разбирать прикольно. Поехал туда-сюда. Разнообразие как-никак. На Анке тоже хаски не было. На Анке вообще нет номеров. Блин. А назад не могу туда посмотреть. Так далеко не удаляется. А, вот номера. Чё там? А, там, по-моему, GPU или что-то там было. Непонятное такое. GPU. Видеокарта. Или, а может, тоже хаски. На какой-то тачке у нас были какие-то левые там номера вообще. Блин, а я что-то... Я уже забыл, народ. Извините. Я уже забыл, что я тут хотел покататься на этом, как его, на шоссейнике повозить груз. Но мы, считай, уже все перевезли. Реально забыл. Помню, что хотел на нем и забыл. Дедфорд 9000, который. Блин, на нем было бы круто поездить тут. Но уже поздно. Хотя там два места еще остается. Можно будет на нем сгонять одну ходочку. Хотя покупать его, тюнить, чтобы съездить один раз за грузом. Опоры лагают, что-то моргает, как ненормальное. Может, чтобы съездить один раз за грузом как-то, ну, такой себе вариант. А Анг? Что Анг побил и почему? Мы как бы ехали по нормальной дороге, ничего не цепляли. Что-то уже побить успел. Кстати, обратно мы там порожняком ехали. Так, загрузить. Отлично. Фиг развернусь сейчас, да? Или впишусь? Вписался, охренеть. Странно, что тут коллизия не 15 метров. Ну вон, 105 литров. Нам тут ездить и ездить можно на нем. Экономный. Полностью. Так, загрузить. Осталось два штучки. Все, отлично. Железную дорогу скоро можно будет ремонтировать.
А главное, куча грузов мы уже оттарабанили. О, дождика нам еще не хватало. Короче, сейчас тогда, наверное, прицеп на Анке продаю, покупаю, а хотя нет, хотел сказать, покупаю цистерну. Нет, прицеп на Анке тогда вообще отцепить нужно будет. Анк тпхнуть, чтобы заправить. Потом прицеп обратно цепляем и на Анке летим на вторую карту, там где у нас 6 или 3 досок. Не знаю, или 6 или 3, фиг его знает, сколько их там. Оттуда их привезем, вот, ну, чтобы заюзать по полной, потому что на той карте они уже не нужны. Обратно в бревно я их не превращу никак. Вот, и что? А на этот мы купим прицеп и поедем с прицепом за металлом. И все, получается, с металлом у нас будет покончено. Роллоны, конечно, лишние остаются, но их девать некуда. Если бы мы сразу всю карту открывали и поделали миссии, которые у нас чисто на склады, то мы бы вот куча рулонов отсюда, как раз таки лишних, вот эти, которые остаются, там сколько у нас осталось? Больше 15 штук. Вот они как раз нам нужны были на бумажной фабрике. И мы бы как раз их оттарабанили на бумажную фабрику, и нам не пришлось бы металл с той карты пускать на рулоны. Тут на самом деле сделан такой некий баланс. Если вы одновременно две карты проходите, открыли их все, делаете миссии, чтобы пооткрывать точки. Ну, именно миссии, чтобы пооткрывать точки, а не просто точки разведки. Вот, и то есть у нас, вот смотрите, склады пооткрывались, и мы бы реально, считай, с металлом проблем нет, рулонов много и так далее. Мы бы даже оставшиеся рулоны могли пустить на металл и туда еще повозить на соседнюю карту. Как-то так. Но мы этого не сделали. Потому что у меня мания с одной картой разобраться, а потом уже со второй. И чтоб на первую не ездить. Но сейчас за длинными бревнами все равно придется ехать. Жаль, что на Катерпилларе нельзя длинные вести. Было бы круто. Но так придется тащить туда, и вообще без понятия, что туда тащить. На чем эти бревна вести? Потому что Пасифик не едет нифига. Пятиосник слишком длинный. Короче, вообще хз. На Анке тоже нельзя повезти. Короче, нужно походу придется брать пятиосник. И вот этот вот White Western Star. И на них вместе тащить паровозиком длинные бревна сюда. Или же тут кататься, доски разбирать, найти длинные бревна, но мы не сможем понять, длинные они или нет, просто наугад. Их типа, если что, уже делать. Но мне кажется, что те бревна, которые мы видели в двух местах, они короткие. И они сделаны специально для того, чтобы мы их доски переделали, и они рядом возле этой пилорамы специально тоже находятся так. Столтман. Так, отцепляемся. Офигеть, сразу полетел с бешеной скоростью. В смысле? А. Разгрузить. Мне проще эвакуацию сделать в гараж, чем ехать к нему. Трехосник? Не.
А, ладно, не скоро мне возьмем. Мы с ним давно не катались. Так, карта. Карта. Давай Анг сюда. Ничего так количество. Так. Где-то тут, наверное, отцепим, открепить. Эвакуация для заправки. О, кстати, у нас же этот движок слабенький стоит. Вообще отлично. То есть экономия будет максимальная. Хотя там заправка есть. Точно. Я забыл уже. Ну ничего. Сейчас зато будет у нас 6 бревен. Как раз. Сцепка для этого то, что нужно. Не понял. Не захотел цепануться. Или то я так нажал, так время. Погнали. Погнали. Нужно еще два металла оставшиеся отвезти. Но сейчас за дровами съездим, чисто так, чтобы разнообразие было. Потому что-то я уже задолбался. Один раз съездили, второй раз съездили, третий раз съездили. Катаемся бесконечно за этим металлом. Сейчас хоть дровами разбавим. Уже хорошо будет. Мне хоть вроде бы нифига не близко, но доедем все равно быстро. О! Так, прости меня, прицеп. Открепить. Давайте еще раз эвакуацию сделаем. Я хочу поставить коробку шоссейку. Скоростная. Да? Купить. Интересно просто. Просто интересно. У нас маршрут такой, что нам ни понижайка, ничего такое не нужно. Поэтому можно попробовать. А чё, смотрите, а понижайка-то есть в скоростной коробке? Нихо-хо, у неё расход. Скоростная, боже. Офигеть. Вернемся обратно. Продам эту коробку, поставлю обратно сторону. 20 литров жрет. Но едет очень быстро. В 40 на час ехали, да? Что оно фризит? Расход очень высокий. 10 литров уже. А мы еще даже не доехали. Я помню, мы как-то брали, у него был повышенный расход. Мне интересно скорость. Типа, может, скорость компенсирует расход, как бы. Типа 20 литров-то в минуту все равно так и остается. Но скорость-то выше. Потому что или 5 передач, или фиг знает сколько. Мы уже прям несемся. Я чувствую, что мы именно несемся. Так, когда он вздыхает, как он первый втыкает, я понял. Давай повышайку тогда. На повышайке я не знаю, сколько мы будем ехать, на какой передаче. Но это образно пятая, наверное, какая-то. Я прям как знал, ну-ка. Шестую мне воткни. Есть. Повышайка обратно. Пятая. Короче, повышайка максимум на пятой едет. Такой себе вариант, если честно. То есть по горам особо тут не покатаешься. Ну хотя на пятой тоже неплохо. Зато без остановки. Передача будет скидывать нормально. Если нужно, автомат воткнул, полетел. Но расход, смотрите, плюс 10 литров получилось, пока доехали. Но мы тоже пока задом сдали, плюс мы с прицепом. А тогда, не помню, с прицепом ехали или пустые. Ну, точнее, или без прицепа. Так. Где там наши дрова? Конечно, с ними нужно будет поаккуратнее ехать, иначе мы их где-то потеряем. Потом фиг пособираем их тут по всей карте. Ох, как сюда приятно вернуться. Такое, родные места, где мы провели очень много времени.
минус подвеска просто. Ну чё, нормально. Ох ты, блин. По-моему, там камень какой-то в небо улетел. Я думал, я сейчас опрокинусь просто. Я реально думал опрокинусь. Блин, капец, он коптит. Ни хрена не видно за дымом. Просто копченый какой-то. Неплохо. Как бы 6 мест. Достаточно. Очень странная тень. 6 мест достаточно немало. На самом деле. Очень много. Бревен. Бревен досок. Так что сейчас будем с ними лететь обратно. Слушайте, а может на заправку заехать? Давайте на заправку, наверное, заедем. Чтоб было. Может, мы сразу оттуда куда-то еще за дровами сгоняем? На этой коробке. Капец, он валит просто. Повышенную втыкаешь, просто начинает валить как дурной. Сейчас даже газ иногда бросаю, чтобы он где-то слишком сильно не газанул у нас. Давай, сейчас наверх начнешь ехать, воткну повышенную, будет весело. Ух, просто на подъем. Космическое ускорение. Реально валит на подъем. Ой, сейчас тут можем завалить что-нибудь. Не, идеально прошли. Забыл, какой кнопкой переходить на соседнюю карту. Бывает. Поехали. Прям вот бешеная тяга становится, когда повышенную вставляешь. Потом на автомат и поехал дальше свободно себе. Так, еще колесо. Камушек, наверное, был или не знаю. Может, воздух там был какой-то. С коллизией. Снова. Но там точно ничего не было. Там просто была микроямка. Да чтоб тебя, хрен воткнешь эту передачу сраную. Я знаю, что на клаве можно. Мне неудобно на клаве. Потому что камеру постоянно крутишь, ты отпусти мышку. Дотянись до клавы, нажми обратно. Проще что на клаве вставлять. Ой, на клаве. Мышкой типа удобней. Главное не улететь. Слишком сильно валим боком. Зато мы сейчас сделаем первую. Я не знаю. Рельсы. Рельсы со шпалами. Рельсы со шпалами. Первые. Еще нужно будет 5 таких. Кстати, а что там у нас? По-моему, там еще какая-то миссия на время завалялась где-то. Я не совсем помню где. Нужно будет посмотреть. Ой-ой-ой. Тут стоит притормозить, чтобы не опрокинуться. Кстати, можно будет сразу на загрузку проверить, чтобы понимать, сколько оно места занимает. Потому что у меня такое ощущение, что там вообще нужно будет их на восьмерке на какой-нибудь таскать. Потому что явно длинные пролеты должны быть. Так, разгрузить. Есть контакт. Изготовить.
Мало места. Мало места показывает. Для секции ЖД путей. Вот я об этом и говорил. Но может быть там 5 мест нужно. Блин, а мы же фиг узнаем получается. Так, на ручную не... На ручную мы точно узнаем, но нельзя на ручную. Хотя ручная по идее пятерка. Если на ручную можно, то пятерка выходит. Значит пятерка. Вот, смотрите, у нас тут типа вот рядышком. Каркасы деревянные. Сюда заедем, заберем. Сюда заберем. И сюда заберем. Все. Мы сейчас сразу 6 этих бревеняк этих. Так, сюда и направо. Нет, не направо, на железку. По железке туда поеду. Короче, выруливаем сюда и выезжаем на железку. И забираем как раз 6 досок. Досок, досок, досок. Досок, досок. Минус елка. Не понял, что двое рельс расходятся? А, в натуре. Так, давай тогда сейчас налево чуть, чтобы ближе к ним подъехать. Прицеп на пузо не хочу сажать сильно. Тут тяжело будет тащить. Все, и вдоль железки потихонечку поехали. Чтобы по болотам не кататься, железка по-любому в воде не будет стоять. И все. Сейчас доедем. И экономно, и нормально. И в гараж не нужно тпхаться, чтобы заправиться. Это сколько получается? Сейчас 6 привезли, сейчас еще 6. Итого 12. И значит еще 2 таких же ходки по 6 и все. Но также у нас уже не получится. Это просто совпадение, что здесь все так близко. Так, по длине сейчас посмотрю. По длине прицепа. Но это не восьмерка. Ну да. Пятерка получается. Пятеркой можно забрать. Судя по размерам. Вон наш первый дом, который можно раздеребанить. Ямка. Ну вот просто какой вы длинный, скажите мне, пожалуйста. Вот как определить, какая это длина? Я, например, вообще хз. Слушайте, это длинные, походу. Вот если это четвер... Это длинные. Ха. Блин, ну мне с краном удобнее будет сюда приехать. Надо запомнить это место. Короче, сейчас мы, наверное... А там как раз 2. Х2. Отлично. То есть нам всего 2 точки нужны с длинными бревнами. Короче. Ну это очень длинные. Это реально длинные. Сейчас мы, наверное, дрова отвезем. И нужно будет реально попробовать притарабанить те бревна. Там еще каркас стоит. Ах ты, зараза! Я понял. А мы там были или нет? Я не помню. Скорее всего, нет. Погнали. А, ну да, скорее всего нет. Блин, каркас-то есть. Значит, конечно же, не были. Погнали там каркас заберем сейчас. Раз там дальняя точка есть. Как раз один поближе останется. И нормально. А те длинные заберем. И нужно будет возле лесопилки. Ой, пилорамы. Нужно будет козлы те чекнуть. На которых валяются эти бревна. Чекнуть на их длину. Хотя, учитывая, если мы сейчас эти длинные заберем, то следующие длинные, ну, не так далеко ехать за ними. Они достаточно близко будут. Просто вот если нам 2 длинных ввести с той карты, то это уже да, это уже проблема. Так, подожди. У нас только здесь хата есть или... Вот еще хата есть, где мы не забирали. Ну вот еще хаты 2. Капец, половина на карте не светится. Ладно, так. А куда там дальше? Наверх? Зачем? Просто так, понял. Да.
Надо как-то придумать, как нам развернуться заранее. Потому что там я уже не развернусь никак, если я сейчас загружусь. Идеально просто. Просто идеально. Так. Отлично. Погнали обратно. Деребанить хаты наши. То есть, смотрите, с дровами вообще проблем нет. Доступность на изи просто. Ну да, мы, конечно, сейчас 6 штук притянули с другой карты. Это уже как бы плюс нам огромный. Намного легче будет гонять за ними. Ну как бы, это один фиг наша заслуга. Мы же туда притащили другие доски. Ой, доски, бревна, чтобы переработать их доски. Поэтому они же там из ниоткуда не брались. Мы-то их сами сделали. Так, грузимся. Отлично. Так, теперь тот дом разобрать еще нужно. Блин, вообще в идеале нам еще пооткрывать дома, которые не подсвечиваются. Потому что как-то не очень, когда тебе нужно то-то, то-то оттарабанить. А ты не знаешь, где взять. У нас получается половина домов просто неизвестно, есть там что-то, нету. Ну, вы, кстати, неизвестно. Мы-то знаем, что там есть. Но просто потом, когда карта, если обновится, мы же этого не узнаем просто. Мы этого просто не узнаем. Ну, это сейчас будет эпический дебилизм, но так удобнее всего проехать. Так просто удобнее всего. Только я не помню, куда мне надо выехать. А, мимо того домика, понял. Значит, направо. Еще плюс 6. Вот еще один. Там еще покататься вообще несложно, в другие места. Короче, на изи можно пособирать все это дело. Но тут вообще карта хорошая по проходимости. Туда-сюда вообще толком нигде не застрешь. Мне нравится. Такая более лайтовая. Повышайку. Полетели. Просто им наш сорвался с места. Так, надо поаккуратнее, а то сейчас завалим, наверное. Нафига я сюда поехал, если проще было по железке к заводу добраться? Ну ладно. Отсюда заедем. Так тоже неплохо будет. Что-то мокрое или масло какое-то, непонятно. Так, Анку нужно заправлять снова. И, возможно, нужно продавать прицеп. Потому что, мне кажется, с этим прицепом мы уже ездить не будем. Капец, сколько я там разгрузил, я не знаю, но что-то дофига, походу. Так, 3 секции есть. Есть у нас 3 долбанных секции. А, все нормально. Да я сейчас смотрю, думаю, а металла-то не хватает? А потом вспомнил, что мы не весь металл отвезли. Так. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вот это длинные бревна мы их сейчас можем прямо возле дома взять и сюда завести? Так, надо срочно освободить вот эту штуковину. Но, кстати, я сейчас не могу сказать точно, на него можно вообще платформу лесовоза поставить, распуск, кран или нет. Может, даже и нельзя, я не помню.
Сейчас мы металл отвезем и все поймем. Я так думаю. Металл как раз у нас последний уже будет. А бревна нужно будет попробовать. Но не знаю. Вот реально не знаю. Может, и короткие считаются. Хотя они вроде бы... На чем мы там ездили? Ну, такой же прицеп был по размеру. Не, то длинные. То 100% длинные. Но, может быть, они просто для красоты лежат. Нужно было туда подъехать, проверить. Попробовать, типа, удалить. Если высветится крестик, то они активные. Прям потихонечку так ползет, свою работу выполняет. Вот, вот эти вот доски мы видели с другого берега. Что тогда такое, типа, думаю, что это за фигня валяется такая. Пятое. Может, первый попробуем? Сдох. Когда полный подрубил, сразу сдох. Не смог, потому что на переднем колесе зацеп был. Даже не знаю, что делать. Нужно будет, наверное, анк куда-то впарить. Что это такое за постройки? Вроде оттуда приехали. Что там такое по карте? А, я понял. Бейлайн. Звучит так, будто какая-то, я не знаю, там... Морская компания. Типа суднами занимаются какими-то. Бейлайн. Так. Ноль. Все. Ноль, значит ноль. Труба, интересно, ничейная. Я не собирался на крестик нажимать, я нажал рядом. Типа, чтоб камеру, я хотел камеру повернуть, чтоб на трубу. Я подумал, вдруг на трубе подсвечивается. И нажал рядом. Типа, думаю, поверну камеру. Но я не знал, что там радиус такой сработает. Капец. Просто капец. Сейчас придется ехать за двумя рулонами и тарабанить их заново. Облажался. Облажался. Но зато уже без прицепа придется ехать. Сейчас получается просто так. Знал бы, я бы без прицепа уже поехал. И отвез бы двумя ходками. Но хотя бы там бесконечные у нас рулоны. Ну, как сказать, бесконечные. Хватает. Блин. Вот это тупанул. Тупанул так тупанул прям. На пятерочку прям тупанул. Сейчас, наверное, выгружусь. Зайду, продам прицеп и поеду, посмотрю бревна те. Удаляются они или нет? Если они могут удалиться, то отлично. Это значит, это то, что нужно. Если не могут, то все. Может, там они как декорация? Почему? Потому что слишком близко. А может, типа, на внимательность. Типа, вот оно лежит, но ты, типа, провтыкаешь такой, о, типа, надо на миссию и погнал куда-то. А на самом деле, вот оно рядышком. Ну, черт его знает, на самом деле это тупо рядом вот так вот возле дома их бросать. И по размеру как бы они на длинные тянут. Ну, вообще не знаю.
Ого. Ого. Не надо мне этого. Кстати, этот прицеп вот прям лесовоз. На вид. Да? Вот он реально под лес сделан. Судя по тому, как он выглядит. Слушайте, а может мы его для Анка оставим? А куда ему тут ехать за дровами? Ну тут в одну харю загрузить. Тут в одну харю. Тут две хари. Это вообще непонятно, что это такое. Тут две хари. Короче, если нужно будет, он купит. Наш Анк прицеп себе. А точнее я куплю. Да. А сейчас было бы полный набор. А сейчас придется еще раз покататься. Просто из-за своего же тупизма. Ну поехали. Еще разок прокатимся. Так, сейчас прицеп нужно продать. Поеду проверю те дрова. Пока мы без груза. Хотя какая нафиг разница с грузом, без груза. Ну, сейчас хочется узнать просто. Чтобы понимать, нам повезло или нифига не повезло. Интересно же. Я же думаю, вам интересно. Так, надо метку туда куда-то. Ого. Блин, ну сюда ехать проще будет реально по железке отсюда выехать. А хотя нафига мне метка, если я и так знаю, куда ехать. Все, поехали тогда сейчас за металлом. Металл отвезем. И туда поедем сразу с завода. Так, ну, это потихонечку лучше. По бревну проехал, вообще даже не заметил его. Все, летим на загрузку. Сейчас переплавим снова металл, снова загрузим. И удалять не буду в этот раз. Но случайность, реально тупая случайность. Крестик был как раз типа где-то там напротив трубы. Я такой, как бы, ну, поверну камеру, нажму рядом, видел, что крестик есть, конкретно видел. Думаю, нажму рядом, поверну камеру и проверю. Получилось так, что нажал рядом и снес. Зато сейчас будет минус один склад. И приятно, типа. Убрали тоже одну метку с карты, да? А, нет, она есть, непонятно зачем, нафига вот она есть на карте, если... Пустая метка. И вот те бревна неизвестно, они там для красоты или нет. Вот очень будет хорошо, если они там настоящие. Тогда мы их загрузим и все. Но главное, чтобы они еще как груз светились. Потому что удалить груз такое, для этой игры это понятие растяжимое может быть. Потому что бревна у нас как берутся? Тем вот захватом, да? А получается, бревна на козле, они будут светиться как груз или они просто будут вот валяться? Потому что по факту груз-то это уже, ну, сформированная вот эта вот фигня, наверное. А, ну хотя подождите, мы там можем с грузовика удалить незакрепленный груз. Или нет? А, нет, и закрепленный, и незакрепленный можем. И просто, когда стоит груз на палете, можем. А бревна просто, они ж типа их там, как бы три штуки валяется. Типа они все вместе удалятся или по отдельности? Но тогда как у нас получится грузить это все? Придется где-то одно бревно искать, если удалить одно из них. По идее, все вместе должны сноситься.
Так. Разгрузить, разгрузить. Изготовить. Загрузить. Поехали. Блин, катаемся и катаемся. Я уверен, что на этот нельзя будет, наверное, роспуск поставить. Почему-то я уверен. Кстати, самое интересное, то, что роспуск цепляется за вот эту хреновину сзади. То есть, по факту, если даже у нас ничего нет для роспуска, ну, типа роспуск мы все равно можем поставить себе. Ну, должен покупаться. Хотя вряд ли он будет доступен для покупки. Типа игра напишет, ты чё, офигел? Такой фигней заниматься. Как он болтается, капец. Как холодец прям. Ух, полетел. Я слышу бас его прям такой. Зато без прицепа ехать будем быстро. Можно не бояться в занос уйти, еще что-нибудь. Потому что прицеп у нас себя ведет точно так же, как в Дальнобойщиках 2. Походу оттуда взяли физику прицепов. Хотя там их легче тянуть за собой, чем здесь. Блин, как резко темнеет. Не, ну мы заехали, конечно, тут между елок. Ну что-то вот прям видно по свету, что он такой уже. Более тусклый становится. Дымкой какой-то насытился. Кстати, дымка или затянула? Может сейчас снова дождь пойдет? Небо вообще розовое сверху. Дымка. Ну, горы видно. То есть не сильная дымка. Мне кажется, сейчас реально дождь будет. Ох ты, блин. Страшненько. Так. Разгружаемся. Это оборудование какое-то для этого, для добычи нефти. Эти вот, вот пеликаны эти. На вид. Так, разгрузить. Все, 6, 4. Все правильно. А, кстати, реально темнеет, смотрите. Фары, что по фарам? Фары включаем. Все, летим. Летим на железку. И оттуда проверяем дрова. Ну, блин, может быть, они не отобразятся, как удалить груз. Может, они заработают только если приехать с манипулятором, с этим древесным манипулятором, так сказать. Я вот не знаю. Я что тупой, я не шарю. Вы-то знаете. Но я-то сейчас снимаю какую же? Наверное, серия 26, наверное, уже. А на канале сейчас сегодня должна выйти только 10 или 11. Так. Наш поворот я уже вижу. Блин, но железку, по идее, несложно будет ремонтировать. Смотрите, тут все рядом. Просто возьми, привези, и вот оно. Просто ресурсы хрен знает сколько собирать нужно. А сюда по железке кататься, туда-сюда вообще на изи. Ничего сложного в этом нет. Блин, скажи мне, пожалуйста, да. Что это именно те бревна, которые мне нужны. Я вот прям обрадуюсь. А что они по центру как-то подсвечиваются? Странно. О, да, спасибо, спасибо, пожалуйста. Ой, серийная недоступна? Ну ладно. Так, ух ты, 6 на 800. Блин, вот этот кунг веселее, чем. А какой у нас был? У нас какой-то был кунг, или его поменяли? По-моему, у нас был зеленый кунг, или нет? Или этот переделали? Что-то я... Или прицеп был? Кстати, смотрите, у нас все есть. А у нас все есть. Не понял. Не понял.
Оно не это, не контачит? А, теперь понял. Не катит. Фигня это вся. Тогда продаем. Низкое седло. Пригодится, наверное, платформа. Кран снять, продать. Да, назад, назад. Так, кто нам нужен? Боже, Пасифик. Давайте на Пасифике. Почему можно это сделать на Пасифике? А, потому что что? Потому что здесь не будет ни подъемов, ни спусков. Откуда у меня точно регулировка взялась? Типа, ну тут вообще на изи. Продать. Купить кран этот. Да я продам пока что, но мне кажется, этот кран нужно будет, чтобы загрузить тепловоз. Но я сомневаюсь. Ну как, кстати, я не сомневаюсь. Может быть, нам и придется его грузить. Но в жизни мы его не загрузили бы. Может, он весит? Я думаю, я не знаю, сколько он весит. Думаю, тонн 80 весит. Мы не поднимем с грузовика 80 тонн таким краном обычным. Не знаю, сколько нужно будет сейчас чекнуть, сколько он весит реально. Пока будем ехать. Прицеп лесосос. О, пятерка. В какой-то серии 5 назад говорил, что типа было, высвечивалась пятерка. Вот сейчас пятерка высветилась. Вниз. Вверх. Ну, а пятерка по-прежнему остается. А если вот так вот? Пятерка. Странно. Ну да ладно. Так. Фары. Время. Пам. Пам-пам. Сюда. А, в натуре видно. Козла видно. Козла видно. Козла видно. Новое слово козла видно. Сейчас я тут пошарю немного. Надо вот тут вот пошарить. Чуть за дорога. Срез какой-то. Где этот? Лесопилка. И козловидно. Вот козловидно. Но тут, блин, по-моему, нет бревен на козле. Ну, в смысле, на текстурке на этой. Где-то, по-моему, тут еще где-то что-то должно было быть. Вот еще козел. Мне кажется, здесь могут быть еще в лесу эти козлы. Но нам достаточно этих одних бревен. Другие можем реально с соседней карты привезти. Вообще не проблема. Так, все есть, все готово. Поехали в последний путь. Не знаю, получится, не получится у нас все это сделать. Но я надеюсь на лучшее. Ух ты, у нас даже будка есть для этого, для сантехника. Ого. Думал, достану до фонаря. Полный привод. Давай, я надеюсь, ты хотя бы свою шкуру сюда затащишь наверх. Или нет? Вроде тащит. Вроде тащит свою шкуру. Но, да, это должно быть оно. По размеру вот прям четко подходит. Наш роспуск под те бревна. На четвертый. Ничего так. Замашки у тебя. Решил на четвертый заехать. На первой нигде не проезжает, а тут решил на четвертой. Спасибо. Так. Да чтоб тебя. Можно встать ровно на этой штуке как-то. Так, выдвинуть опоры. Стрела.
Ёкарный баба, я что, я её пользовался когда-то? Чё она такая странная? Блин, я даже не смотрю управление, но я откуда-то знаю, как управлять ее. А я смогу сразу этот, ну, по-жирному? Или это слишком жирно? По-моему, это слишком жирно. Причем взял по центру. Собака выскальзывает. Именно выскальзывает. Ну давай. Ой, он начал опускать. Ну. Ничего, бывает и так. Сейчас попытка номер два, все получится. Так, давайте это возьмем, которое нормально лежит. Да что не так у них с этим, с весом? Что, прям вообще идеально нужно по центру брать, что ли? Хрен возьмешь. Реально хрен возьмешь. Ёб твою налево. Как это сделать? Почему я не могу вчехлить, как пользоваться краном? Я же, блин, в прошлых сериях нормально его юзал. Сейчас я просто творю какую-то в жопу его. О, нормально. Сейчас тупо возьму по центру. Попробую взять по центру. Посмотрим. Это игра такая или у меня лыжи не едут? Идеально. Поднимаем. Нет, это у игры, походу, лыжи не едут ни хрена. Ну, чуть-чуть просто, все уже дикий наклон. Кстати, я даже не знаю, как их укладывать правильно. Надо сейчас... Ну-ка. Хорошо лежит, это лежит хорошо. Отлично. Просто, чтобы примерно понимать, как нам надо укладывать. Ничего не крутит? А, я ему уже бошку скрутил. Ну, а тогда как-то вот так вот перекрутить, что ли? Сейчас хрен возьмет его. Потому что за козла может зацепиться. Происходит. Извините, пожалуйста, что происходит? Да блин. Угу. Надо еще равнять. Как-то лучше. Так, теперь это нужно как-то захватить. Скручено, надо тогда вот так вот. Интересно, какая коллизия у козла? Ага, у козла коллизия нормальная, кстати. На удивление.
Выскальзывает, зараза, тупо выскальзывает. А, я понял. Теперь чуть вперед нужно протянуть. Все. Главное, что мы справились с задачей. Неважно, что это было долго, но... Куда он поехал? Я сюда не поворачивал. Своей жизнью живет распуск этот сраный. Я не ехал сюда. Я сюда реально не ехал. Так, надо сейчас как-то выровняться и распуском как-то управлять. Это что-то он прям вообще сам по себе стал. Вот выкручивая просто руль, ему насрать, он уже по своей траектории снова едет. Что ж такое, что ему там так нравится? Какой-то неправильный распуск. Сейчас снова кручу. Пофиг. Так, ну а тут уже сойдет. Капец, с распуском вообще нереально тут задом ездить. Какой-то он странный по управлению. Такое ощущение, что вот распуск, а в конце распуска подкатная тележка. Отлично, сейчас завалим еще. Хотя нет, не завалим. Если прямо поедем, не завалим. Вот так можем завалить. Давай ты лучше вот сюда, в другую сторону. Попрешь прицеп. И все. Слушайте, его будто заламывает по центру. Походу какие-то баги у него срабатывают. И все. Разгрузить, отлично. Все, погнали дальше. Погнали дальше. Полный, наверное, можно вырубать. А нет, пока что нельзя. Где мы там можем наверх удачно подняться? Так, ну тут дороги так себе. Короче, в идеале на асфальт выехать и там уже подниматься. Интересно, как я тогда баками стукнулся, если мы сейчас даже не достали. Что, топлива, наверное, хватит. Урон вряд ли будет сильный по пути у нас. Единственное, что чертовски медленно едем. Я бы такой, что, наверное, кран снял бы. Потому что вряд ли пригодится, но... Наверное, лучше все-таки оставить на всякий случай. Потому что если мы его завалим... А хотя, блин, если мы его завалим, то мы его на колеса и не поставим, походу. Хотя бы вести недолго.
Как-то странно, провода то слева, то справа идут. Провели, чтобы было. Смотрите, видите, да, вот справа. Там слева. Это вот штуковина на столбе в воздухе с проводами. Ну, провода-то понятно, вот, ну... Вот квадратик. Там, где, походу, что-то есть. Должен быть, по идее, прям на столбе, он прям в воздухе висит. Вот, смотрите. Щель прям. С кулак. Ой, стукнулись. Блин, он медленный. Он капец медленный. Офигеть, это обрыв. Блин, придется еще на Western Star нам за кирпичами ехать. Как это не хочется, вы себе не представляете. Потому что, блин, с этим манипулятором... Ну, там ничего сложного нет, но... Там в такую жопу нужно ехать. А вдруг что-то лаганет, как всегда в этой игре. И мы просто все разлетится по всей карте. Кстати, по-моему, там есть еще миссия на 5 топлива. Когда мы смотрели список, по-моему, что-то было на 5 топлива притарабанить. А топливо получается так, что у нас там в жопе леса находится. Фух, наконец-то переход. Не может быть. Офигеть можно. Что там, кстати, что-то всегда такая длинная надпись там. А, отправится река Грейнвудс, понятно. Я думаю, что там длинная надпись, а потому что там название карты длинное. Я думал, она сначала спросит. Ну ладно. Попереходим просто так. Карта пусть пообновляется. Так, сейчас нужно карту открыть, понять, куда доехать за длинными бревнами. По идее, вот сюда, я надеюсь. Отлично. Это кайф. То, что нам нужно туда ехать, это кайф. Кстати, я забыл, что у нас там еще какая-то гонка есть на время. На той карте. Если я приеду и не забуду, нужно будет чекнуть. Хотя нет, я забуду. Давайте посмотрим сразу. Испытание грязи. Ой, оно в жопе находится. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Поехали. Нам нужен лес. У нас на сегодня только лес остался. На сегодня. Ветка в космос пошла. Полный, наверное, нужен. Что-то я забыл, что у нас полный еще есть. А точнее, что он отключен. Так, я сейчас заправляться не буду. На обратном ходу заправимся. На обратном пути, точнее. Хотя, может, нам и хватит топлива, не знаю. Здесь хоть там 400 метров светится, на самом деле не так уж и далеко ехать. За бревнами. Там, в принципе, близко. Тут максимум, что может быть, это то, что у нас просто... Наш Пасифик просто не сможет ехать в горку, и все. Это максимум. Но очень хорошо, что мы те бревна нашли прямо возле дома. И игра их схавала. Это вот прям вообще супер. А короткие бревна, ну, средние точнее. Там, походу, как раз таки есть именно для того, чтобы... Этот. Все. Нормально у него с проходимостью, я вам скажу. Чтобы делать доски. Чтоб типа дома не деребанить. Ну дома что-то, блин, мне по кайфу там покататься, пособирать. Плюс там недалеко, не сложно. Блин, не дотягивается чуть-чуть. Хотел зато дерево цепануться уже. Да, проходимость у него очень странная. То едет, то не едет. Тупо машина настроения. Вроде и понижайку включал, там как заехали, причем пустые, с распуском. Должен же ехать, должен, но не хочет.
Поэтому мы вряд ли отсюда выйдем, придется лебедиться за что-то. Потому что, ну, колеса хоть и гребут, но он не может никуда поехать. Нужна резина на него более какая-то серьезная, что ли. Ой-ой-ой, куда я поперся? Ни хренашечки. Вот этот угол не очень хороший. Ну а сейчас посмотреть вот тут возле параши, что там, нормально все или нет? Если что, возле параши проедем. Ну, наверное, можно. Но не знаю, нам по-любому сюда нужно ехать, я не хочу объезжать всю карту. Поэтому нам нужно именно сюда. Приветик. Так, что это такое? Это не дерево, это куст. Ага. Я думал, хоть немножко его подразвернет, не? Вообще пофиг. Где деревья вообще? Тоже куст. Да что ж такое-то? Одни кусты. Слишком короткий распуск. Был бы более длинный, им бы легче было бы управлять. А так как он слишком короткий, он слишком быстро начинает поворачивать. Это помните, как в ETS? Когда я катался, длинные прицепы паркую идеально, а короткие постоянно криво. Сойдет, не? Сойдет. Загрузить. Все. Лесопилки здесь больше нет. Поэтому терять эти бревна нам запрещено. Прям вообще. Нужно их довести. Но вот этот поворот мне не нравится. Там слишком большой угол. И типа вот, я думаю, может тут через лесок чуть-чуть проехаться. Вот мимо березок там. Природу посмотреть. Лесную. Потому что мы можем просто завалить все. Что мы сейчас, в принципе, пытаемся сделать, но... По-моему, все прошло прям идеально. Сам даже не ожидал, что будет так хорошо. Четко. Вообще четко проехали. Но ж там, я думаю, можно было попасть на бок и потерять наш груз драгоценный. Блин, где же эти секвои валяются? Может, надо будет на карте посмотреть. Сейчас, если доедем, если не забуду, надо будет посмотреть, где они валяются. Может, мы их видели уже? Да хотя нет, если бы я их видел, я бы запомнил. Чтоб херобора такая где-то лежала. Ну тоже непонятно в рамках игры, какая секвоя будет. Потому что по факту та секвоя как бы... Она может быть вообще необъятная, как ракета какая-то. Может в нашем случае там ничего такого крупного, типа, ну, не особо здоровая секвоя. Что-то там есть на дне. Что-то происходит непонятное. Ух ты, бревнышко. Поехали. Поехали к этому бревнышку. Че, неужели своим ходом сейчас выскочим? Быть такого не может. Ну да. Я знал, что быть такого не может. Так, давайте сюда, наверное. Там сейчас что-то наклацаем, снова груз удалим случайно. Потому что этот груз нам удалять точно нельзя. О! О! Начало положено. Начало нашей мощности положено. Уже не хочет ехать на подъем. Порвало, вы видели? Распуск порвал. Реально порвало распуск. Офигеть. Я думаю, что он так криво поворачивает? Он, блин, разваливается на две части. Че за нафиг? Ну поехали, блин. Ну
Собака не хочет работать. Этот автомобиль. Я думаю, нам топлива хватит на обратную дорогу, поэтому я заправляться, наверное, не буду. О, дождь пошел. Дождь, который все так долго ждали. Такой хороший, приятный, проливной. Солнце светит и идет дождь. Так, мы сейчас походу тут на подъем, наверное, блин. А что если мы на этот подъем не поднимемся? Будет приятно или не очень? Мне кажется, есть такая вероятность, что мы можем не подняться. Как думаете? Причем, мне кажется, чертовски высокая вероятность, что это произойдет. И мы, кстати, там, где я решил спускаться, мы там еще ни разу не ездили, так типа кажется будет быстрее, но на следующей карте. Не знаю, посмотрим, мы там ни разу не ездили, мы только часть той дороги знаем. Посмотрю, может проедем, а может завалимся. И будем дрова собирать по всей карте. Будет видно, короче. Ну, ползет, причем на четвертой ползет. Можно повышайку воткнуть, чтобы он, если что, сбрасывал. Нет, повышайка все сдохла. Но хотя бы тронуться с места может, уже хорошо. Но он на четвертый пытался заехать. Не обратил внимания, он на четвертой с лужи выезжал или... Или он по пути наверх воткнул четвертую? Так, ну что тут у нас? Переходик. Переходик, переходик. Парам-пам-пам. Так, пропустить карта. Вот сюда я думал поехать. И тут спуститься. Типа тут близко. Чем сюда вот ехать. Но я не знаю, что это за дорога. Сейчас узнаем. Туда куда-то можно еще в лес, походу. 35 миль ограничения, то есть мы, в принципе, ничего не нарушаем. Тут что, Danger сейчас будет написано. Danger. Do not climb over fence unstable cliffs. То, что нужно. Дорога для нас. Хотя это, может, не для поворота было, а для асфальта. Ну да ладно. Кстати, у нас, если он сейчас не будет ехать, нам лебеднуться будет не за что. О, стопе. Чё там по секвое? Где секвое эти, блин? 79%, ого. Где моя секвоя? Парам-пам-пам-пам-пам. А главное, не светится. На карте не отображается. Надо будет принять миссию, чекнуть. Что-то странно как-то. Обычно все отображается. Локомотив тоже понятно, где эта фигня что-то не хочет. А что не хочет, непонятно. Блин, капец, вот перепады какие-то странные такие. То влево, то вправо. Там что, дорога закончилась? А, нет, вроде есть. С виду было, будто реально закончилась дорога. Ой-ой-ой-ой. Что-то какие-то наклоны у нас тут недобрые. Ну ничего, тут уже вниз спускаемся, я думал тут будет сильнее как-то, а тут вполне нормально проходимо. Единственное, что наверное тут где-то вот в таких местах нужно ходами проскакивать, просто чтобы груз не успевал куда-то перевалиться с одной стороны на другую. Супер. Ну вообще супер.
С задачей справляемся на раз-два. Тут надо было, наверное, перед столбом повернуть. Ну да ладно. Уже поздно. А мы даже не достали до него, офигеть. Что-то какой-то распуск короткий. Помните, вот какой... Ёпта. Помните, какой был распуск в SnowRunner'е там? Это просто кидаешь эти бревна, они такие длинные, что капец просто. 5 километров в длину. А здесь какие-то такие детские. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну чё, официально доехали? Семнадцать кусков, хорошая оплата за наши труды. Погнали, продадим распуск, потому что, типа, ну, да, можно и удалить, но это не значит, что мы прям все прицепы будем удалять. Ну, так нужно, в пределах разумного. Блин, а мы чё, спускались без полного привода там? По тем дорогам? Нормально по топливу. Сюда приехали, загрузились, отвезли. Туда съездили, загрузились, отвезли. И как бы и ни разу не заправились. Мы их вроде ломали. А, мы ж на карту эту заехали сейчас снова. Точно. Сейчас туда доедем, начнем чекать секвои, посмотрим, что там вообще, где они на карте есть. А прикиньте, просто сейчас примем миссию, где-то появится секвоя, и она, зараза, будет лежать, дорогу перекроет. Так, гараж есть, супер, гараж есть. Миссий осталось уже явно у нас немного. Кстати, можно будет еще и посмотреть, сколько миссий пооставалось. Их явно тут фигня уже. Так, распуск. Продать. Отлично. Так. Поручение. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, 6 миссий. Так, а секвоя? Да, отспаунилось только что, этого не было. Ящик? Серьезно, ящик? Серьезно? Да. Унесенное ветром. Сетевое оборудование. А, сотовое оборудование. Короче, работы хватает. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фрэш. И всем пока-пока.